У нас остались последние баррикады, и в итоге сейчас наши зомби полезут просто кучей вот сюда. Приветствую всех, с вами Илюша, и сегодня мы будем выживать в игрушке под названием Swarms. Вы спросите, а почему именно выживать, а не играть? А потому что это игрушка-симулятор выживания против зомби. Вы просто посмотрите на нашу полноценную карту. У нас имеется вот такая военная база, на которой куча и куча народу, и их задача, естественно, выжить и отбиться вот от такого количества зомби. Как вы думаете, сколько здесь их? Напишите обязательно об этом в комментарии. Ну а комментарий, который угадает количество зомби, обязательно попадет в закреп, и я, естественно, его лайкну. Ну что же, наша битва начинается, и по ходу битвы я вам немножечко расскажу про нашу базу. Как вы видите, тут у нас получается вообще два прохода на базу. Либо же здесь наши зомби смогут протиснуться, либо же вот здесь. Но тут, друзья, защищены они, ну, в принципе, одинаково. Это такая точка очень узенькая, и поэтому, я думаю, тут даже будет очень легко отбиваться. Но хотя мы видим то, что зомби уже начали ломать первую баррикаду, и в итоге вот, этим автоматчицам уже, друзья, не повезет. Они уже у нас готовенькие, да, все, они погибли. Ну и в итоге будем надеяться на то, что вот эти людишки смогут как-нибудь отбиться, потому что это слишком жестко. Слишком большой поток здесь зомби, и поэтому я даже не знаю, смогут ли они продержаться или нет. Но я вижу то, что вот эти людишки уже начинают помогать основной части. Поэтому, может быть, даже они сдержат этот стиск. Так, ну ладно, давайте тогда будем надеяться на лучшее и пойдем вот сюда, на эту часть карты. Тут у нас, в принципе, ну, более-менее все еще, ну, нормально, потому что тут у нас зомби не в таком большом количестве идут, ну, именно в узком пространстве. Тут у нас, плюс, побольше есть вооруженных сил и автоматчиц, и тут у нас еще ближний бой есть в виде дробовиков, а потом, опять-таки, по бокам РПГшники, то есть они довольно-таки тоже неплохой дамаг наносят, ну, и, естественно, снайпера. Только единственное, ребятки, смотрю я на то, что у нас прорывается вот этот фланг. И это на самом деле очень плохо. Будем надеяться на то, что все-таки наши людишечки смогут выжить и сдержат этот натиск. Так, ну, в принципе, будем надеяться на вот этих двух автоматчиц и то, что вот этот третий тоже подключится отстреливать наших зомби. Так, ну ладно, возвращаемся тогда, друзья, вот сюда. А тут у нас дела вообще очень плохи. У нас остались последние баррикады, с которыми осталась одна автоматчица, и в итоге сейчас наши зомби полезут просто кучей вот сюда. Но фишечка в том, что, друзья, это раннеры. Это то есть зомби, которые у нас бегают. Остальные зомби у нас, ну, довольно-таки такие простые. Они у нас не бегущие, а просто ходячие. Поэтому, я думаю, их отстреливать будет намного легче. Ну, я, в принципе, даже, друзья, не знаю, сможем ли мы выжить или нет. Напишите вот сейчас в комментариях, пока у нас еще начало идет, сможем ли мы выжить или нет. Потому что я построил это чисто на бум. Я не планировал какие-то там тактики, еще что-то. Я просто создал базу в надежде на то, что она выживет. Ну ладно, давайте тогда сейчас мы немножечко подождем и посмотрим, сколько все-таки выдержит минут, либо же вообще сможет выжить база наша, либо же нет. Ну и что же, друзья, прошло у нас около 3 минут, и давайте сейчас посмотрим, как у нас вообще поживает наша база. В принципе, с высоты птичьего полета наша битва выглядит вот таким образом. Какую-то вам фигуру напоминает? Мне, в принципе, напоминает какую-то бабочку, да, друзья? Напишите в комментариях, если вам тоже что-то напоминает это. Ну, а мы смотрим наших бойцов. Как вы помните, мы очень сильно теряли вот этот фланг, про его практически, ну, сразу, друзья, расфигачило. И это, конечно, плохо, потому что тут было очень много раннеров. Но сейчас мы видим то, что у нас уже не все эти бегуны, а наполовину уже есть обычные зомби. Поэтому наши людишечки уже более-менее неплохо так справляются с этим натиском, ну и спокойненько держат этот фланг. Что, конечно же, друзья, не может не радовать. Посмотрим, что у нас здесь. Здесь, как вы помните, тоже у нас были проблемы именно с этим уголком. Они умудрились как-то прорвать его зомби и в итоге начали довольно-таки жестко нападать. Но наши людишки тоже как-то умудрились отбиться, друзья. Я думал, на самом деле, что у нас погибнут вот эти представители, потому что у них просто обычные револьверы. А самые, как по мне, тут мощные люди, это, естественно, наши автоматчицы. Потому что, ну, с автомата, как я думаю, можно больше зомби положить, чем с какого-нибудь револьвера. Все-таки автомат автоматически стреляет сразу же по несколько патронов, а револьвер одиночный, то есть по одному патрону.
Ну, давайте, друзья, тогда мы сейчас будем, естественно, наблюдать дальше, потому что пока что, ну, все довольно-таки неплохо. Все фланги держатся, и я думаю, мы такими темпами уже, ну, будем близки к выживанию. Ну что же, продолжаемся тогда мы включаться в процесс нашего побоища. Как вы видите, у нас, в принципе, люди довольно-таки неплохо так справляются. Уже тут практически зомби не осталось. Я думаю, сейчас и дробовики, и вот эти автоматчики расправятся с вот этой группой зомби. Это, в принципе, ну, такая самая слабая, да, группа. Потом у нас остаются вот эти, конечно, зелененькие человечечки. Их тут довольно-таки много, но людишечки тоже, естественно, с ними справятся. Но с этим флангом, друзья, все да наоборот. Тут, как по мне, больше зомби скопилось, их очень большое количество. Но все-таки эту группу спасает то, что тут очень узкое пространство. То есть отстреливай, мама не горюй. Просто надо, естественно, вовремя перезаряжаться. Что они, в принципе, благополучно делают и в итоге нормально так выживают. Ну что же, друзья, давайте сейчас мы попробуем ускорить наше время, ну, допустим, в 4 раза, да, и посмотрим, что у нас будет происходить тогда, когда у нас зомби будут в 4 раза быстрее валиться. Ну, смотрите, тут, как вы видите, все нормально, да, еще это все держится, людишки справляются. Как я говорил, от этой группы у нас уже ничего не осталось, и это, конечно же, не может не радовать. Плюс, я думаю, теперь наши людишки скоро зачистят вот эту группу, это будет, получается, вторая по счету группа. Ну, а самое, мне кажется, тяжелое, это будет, естественно, вот эта группка. Так, ну ладно, я тогда хочу еще, друзья, быстрее ускорить, если, конечно, это вообще возможно. Так, можно? Нет, смотрите, друзья, максимум, сколько можно, естественно, ускорять время, это в 4 раза. Ну ладно, будем тогда сейчас наслаждаться этим побоищем в 4 раза быстрее. И тогда будем смотреть за этим флангом. Я сначала хочу посмотреть на то, как они уничтожат именно эту группу. Но тут, конечно же, очень сильно влияют РПГшники. Они очень-очень много сразу же зомбиков ложат. И это, конечно же, не может не радовать. Ну и в итоге сейчас мы, друзья, видим то, что у нас буквально остается тут человек 20. И сейчас от них вообще ничего не останется. Да, все, отличненько. Наши людишки положили вот эту группу. Осталось им, естественно, друзья, положить вот эту группу. Только единственное, она как-то себя очень странно ведет. Вот как это понять? Почему они так странно, друзья, пытаются пробраться на базу? Нет бы сразу же толпой пойти, они как-то из угла выбегают по человека 2 в шеренгу. И в итоге их всех там, друзья, ложат. Ну, какие-то зомби все-таки глупенькие. У них, наверное, уже от мозгов ничего не осталось. Ну ладно, я думаю, сейчас от этой группы тоже плавненько ничего не останется. Давайте тогда сейчас посмотрим на эту, на самую большую группу. Но тут, друзья, как у нас и было все, так и осталось. Одни и те же людишечки. Единственное, мне показалось, у нас одного автоматчика не хватает, да, может быть, все-таки его коснули, но и в итоге она у нас уже погибла. Ну а так, все-таки вот этот отряд очень-очень хорошо справляется со своей задачей, и в итоге мы спокойненько, друзья, отобьем вот эту всю движуху, и в итоге мы сможем выжить. И это очень даже классно. Я, кстати, не знаю, почему тут у нас имеется вот такая детская кроватка, когда, ну, в режиме строителя тут строишь базу, вот тут обустраиваешь ее, почему-то имеется режим с кроваткой. Не знаю, зачем он нужен. Тут написано просто было защищать ребенка, и я почему-то, друзья, сделал это, да? Вот такой небольшой обряд, да? Так, ну ладно, значит, я тогда замедляюсь. Ну, точнее, не замедляюсь, а делаю время нормальное. То есть у нас теперь, друзья, обычное протяжение времени. Тут, как вы видите, все, людишечки разобрались со всеми, все волны отбили. Ну, а теперь они, друзья, отдыхают и радуются жизни. Осталось, естественно, отыграться еще вот этим людишечкам, ну, точнее, вот этим дамам, потому что это все дамы с автоматами. Ну, я думаю, сейчас им буквально тоже, ну, понадобится минутка, чтобы отбить вот эту волну, и в итоге мы, получается, выживем эту всю битву. Хотя она очень-очень жесткая была, довольно-таки много было зомбиков, даже по FPS было видно то, что проседы были слишком жесткие из-за количества. Ну, ладно, мы сейчас, друзья, видим этот самый крутой момент. Я, наверное, даже возьму какой-нибудь кадр получше, да, чтобы мы прям увидели то, как последний зомби начинает уже погибать. Вот, как раз-таки, друзья, смотрите, красота, закат. Последние зомби идут в нападение, но сейчас от них ничего не остается. Вот, буквально, друзья, 10 человек и последний зомби, опа, все, смотрите. Baby safe, то есть ребенок спасен. Мы это сделали, друзья. Мы выжили в зомби-апокалипсисе. И напишите обязательно, друзья, в комментариях, нравится вам эта игрушка или нет, и хотите ли вы следующую серию. Потому что в следующей серии мы могли бы поэкспериментировать с картами, а также сделать какую-нибудь супер-мега-битву, где у нас просто все будет заполнено вот этими зомби.
Ну а с вами был Илюша, игрушка под названием Swarms. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока!